Жители дома номер один по улице Неделина все чаще стали обращаться в ЖКХ «Кедр» с вопросами, когда же закончится капитальный ремонт их дома. По словам людей, рабочие выполняют свои обязанности очень медленно. Как оказалось, возмущение людей не беспочвенное. Работы, связанные по замене системы отопления, должны были быть закончены 15 августа текущего года. Работы постоянно на сегодняшний день не выполнены, то есть все еще проводятся. По окончательным срокам работы, то есть еще дата не установлена. Категории выполненных работ можно отнести разве что установку дверей в подъездах и замену системы электроснабжения. Впереди у строителей еще немалый фронт работы. Нужно завершить работу по ремонту фасада, кровли подвальных помещений, систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. За процессом капитального ремонта зорко следят областные чиновники. Каждые две недели министром ЖКХ и энергетики проводятся совещания с главами округов о ходе капитального строительства, на котором задаются вопросы о ходе строительства, какие при строительстве возникают проблемы и как они решаются, нужна ли помощь. Основная часть работ должна быть завершена к 1 сентября. Однако коммунальщики опасаются, что эти сроки, вероятнее всего, будут перенесены на месяц. Как если будут не успевать, то будут, я думаю, предоставлять документы, на какой срок будет приноситься сдача тех или иных работ. В одном из последних интервью министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов еще раз напомнил, что требования к подрядчикам очень жесткие. Штрафные санкции за срывы графиков, а также возможность в одностороннем порядке разрыва контрактов. В настоящий момент в области сданы более 200 объектов, еще столько же на стадии приемки. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. Всего по области планируется отремонтировать свыше 2000 многоквартирных домов.